Куда сесть-то? Сесть-то куда, товарищи? Ай, ладно, сяду сюда, всем привет! Не переключайтесь! Сегодня мы снова из нашей новогодней корзины рассматриваем чек-лист, который вы сможете скачать, перейдя по ссылке в моем профиле. Кстати, такие чек-листы мы даем каждому родителю, который приходит к нам в центр в виде домашнего задания. И да, надо голос Деда Мороза. Ой, ребятушки-таракатушки! Итак, поехали. Друзья мои, в этот раз мы рассмотрим с вами чек-лист на целый день. Что же туда входит? Утро! Всего три упражнения. Сделать зарядку. Вы можете, кстати, включить корову Му и сделать вместе с ребенком. Самое главное – это совместная деятельность. Второе – сделать упражнение на дыхание. Любое! Пошли зубки почистили, ватный диск, комочек новогодний сделали и дунули в унитаз, и потом смыли с инструкцией «жми». Вот. Артикуляционная гимнастика. Сделать любое упражнение. Например, упражнение «часики». Так, оператор ближе. Есть ли у экрана детки? Детки, конфетки, скорее за дедушкой Ренатом повторяйте. Следующее упражнение. Ты молодец. Губки вперед слоником. Лягушечку. А вы, родители, напишите в комментариях, повторил ваш ребенок за мной. А теперь давай с тобой будем дуть. Например. О, посмотри, какой у меня есть новогодний цветочек. Дуй. Нет, надо сильно дуть, чтобы его сдуло, этот цветочек. Ура, ты молодец. Итак, днем, уважаемые родители, днем вы делаете следующее упражнение. Сделать новогоднюю игрушку своими руками. Это уже элемент трудовой терапии, об этом вам расскажет наш педагог по трудовой деятельности Елена. У нее, кстати, на страничке очень много полезных упражнений. Дальше, приготовить новогоднее блюдо вместе с ребенком. Можно даже сделать чек-лист какого-нибудь рецепта. И по нему следовать. Это учит ребенка последовательности. Дальше. Поиграть в снежки. Вы можете ватой или бумагой друг друга покидаться. Это снимает стресс, напряжение и также отрабатывает агрессию. Вечер. Ну, вечером, конечно, все устали. Ух, как устали, вот так устали. Рисовать под спокойную музыку на пене для бритья. Прости, папа, брейся мылом. Берем много пены для бритья. Самое главное здесь много. Берем и прям делаем такой пенный замок. Берем краски и гуашь, включаем спокойную медитативную музыку. И рисуем красками. И получается такая новогодний сугроб. Вот. Желтый цвет лучше не использовать. Пошутил, дед, ты пошутил! Ладно, посмотреть новогодний мультфильм. Советский, добрый, новогодний мультик. Кстати, какие вот ваши мультики из детства были любимые, новогодние? Напишите в комментариях, очень интересно мне. Сделать массаж ребенку на ночь. Ну, друзья мои, это программа спа-салона. Делаем массажик, вот, и не забываем скачивать этот чек-лист у меня по ссылке в профиле. Пишите свои комментарии, какие бы вы еще хотели бы, возможно, добавить в это дневное, предновогоднее или уже новогоднее расписание. Активности. Пишите в комментариях. Лучшие комментарии буду закреплять. Все, я что, сижу-то? Господи, деду пора подарки-то раздавать. Где выход? Где? Ай, ладно, сюда пойду.